несанкционированным бой официальным порядок. Около 15 тысяч нелегальных свалок ликвидировано в регионах России в год экологии. Многие свалки обнаружили и устранили с помощью волонтеров и общественных инспекторов. В Чувашии действует экоконтроль. Общественный экоконтроль знает дорогу ко всем свалкам Чувашии. Полигон Цивильского района требует постоянного внимания. Здесь общественники в третий раз. Сегодня вместе с Росприроднадзором и ГИБДД проверяют водителей мусоровозов. Батарейки, может, лампы какие-нибудь ртутные, масла есть? Хотя бы одна батарейка-то есть, наверное. Какая? Ртутная. А у нас мой дом, сами собираем лампы. Документы водителей в порядке, но к этой свалке и так претензий предостаточно. Весового контроля на въезде нет, радиационный контроль отсутствует, а зеленый забор внезапно обрывается, и содержимое свалки отправляется в свободное путешествие по соседним полям. Кусты и деревья украшены цветными пакетами, видимо, к Новому году. Но по части Росприроднадзора здесь все чисто. Основные требования – это наличие лицензии, обученные, и чтобы объект, в котором размещаются отходы, был поставлен на государственный реестр объектов размещения отходов, что как раз и в данном случае все имеется. Бить тревогу, собирать доказательства и документы еще в 2016 году начали инспекторы экоконтроля. Тогда же на свалке фиксировали сжигание отходов. Запросы делали в Росприроднадзор, и Министерство природных ресурсов, и в администрацию Цивильского района. Ну, по нарушениям. Нарушения, то есть, были зафиксированы, отмечены, и по некоторым из них составлены протоколы об административных правонарушениях в данном отношении. Предписание есть, заметных подвижек нет. Пояснить ситуацию вызывается Андриан Николаев, начальник службы санкционированной свалки. Так он представился. Там нет ли, это испарение просто идет. Это испарение, а не дым, да? Нет, это испарение только. Это не дым? Нет, нет, испарение только это. Испаряется просто. Что испаряется? Мусор испаряется там. Из-за этого нет ни дым. Испарение только идет там. Вот так. Мусор испаряется, мусоровозы сюда ездят только газы по 7,5 кубов, а нет ли каких отходов повышенного класса опасности, решают визуальным осмотром. Насчет забора дела идут более обнадеживающие. На следующей неделе уже, хотим, уже приехали, столбы поставили, все, уже будем поставить. На днях все сделаем. Значит, есть повод заглянуть сюда еще раз. Отступать общественники не собираются. Год экологии почти завершился, а их борьба за чистую природу продолжается. К ней может присоединиться каждый, кто стал свидетелем нелегального скопления мусора. Место добавят на интерактивную карту свалок Чувашии и проверят во время очередного рейда. Ирина Волкова, Расиль Мухаметов, Республика.